Здравствуйте, друзья! С вами Феликс на канале. И этот ролик о, опять же, проекте InfiniAI, о том, какая здесь схема регистрации и как это все мы делаем. Во-первых, дорогие друзья, ребята и девчата, вот смотрите, здесь вот написано вот в самом начале, что регистрацию в проекте мы начнем через 2 дня. Мне больше всех вас не терпится зарегистрироваться и начать работу. Но с 15 января многое на сайте будет по-другому. Сейчас мы, если зайдем до 15, ну несколько дней осталось, свыкнемся, повыкнемся, что, где, как на этой платформе. После 15-го там будут изменения. Смысла нету сейчас заходить, тем более сам Springboard, так называемый, работает не до конца. Это лишнее время терять. Следующее еще что хочу сказать. Вот тут написано, посмотрите эти видео и на многие ваши вопросы вы найдете ответы. Пожалуйста, вот, чтобы все вы понимали, куда мы идем, к чему мы идем. И еще одно, вот добавлена вот эта страница, вот структура. Вот сейчас минут через 15 закончится 13 число, сегодняшний день. И окончательно тут будет видна структура вот через эту вкладку, которую мы строим с вами. Вот от этого участника, ему, я как понял, он не видит себя в структуре, где он находится, где он зарегистрирован. В комментариях он об этом спрашивает. И еще от него одно предложение: создать скайп-чат. Поскольку мы пока еще, вот здесь он предлагает создать скайп-чат. И пишет, что один в поле не воин. Конечно, уважаемый, там у него логин, а здесь Schoolmaster. Конечно, один в поле не воин. Для этого мы все это делаем. И вот эту вот структуру выстраиваем, чтобы все мы работали. Именно работали. Эта структура не пирамида, не хайп какой-нибудь. Мы должны сделать так, чтобы продажи шли все у всех. Это наша общая задача. И поскольку вот этот участник мне с утра прислал заявку, я его успел здесь вот. У него верхний партнер будет Виталий. И еще один Виталий. Вот это будет своеобразная тройка. Самый хороший контакт у них должен быть между собой. И по любым вопросам, естественно, ко мне можно обращаться. И еще что, вот практически вот минут 5-10 назад пришла еще одна заявка. Он не получил письма ответного. Ребят, ответных писем не приходит, это в этой форме. Нету такого. Вы послали письмо, если я дома, сразу вам с почты, или если я в офисе там на работе, сразу с почты отвечу. Но если я в дорогах, не могу. Просто я даю вам знать, что окей, все прошло, я поставлю вас в структуру. И вот была еще одна заявка. Я Дмитрия попросил сказать, куда мне поставить под Надежду или под Наталью. И на почту ему написал. Ответа нету, ну, поскольку есть еще одна заявочка, один партнер пойдет вот сюда, под Надежду, один партнер пойдет под Наталью. И вот таким вот образом равномерно. Ну, вот человек, с которым я только что общался, давно с ним знаком, ну, опять же, хотелось бы, чтобы он был непосредственно со мной, но поскольку вот эти вот люди подали заявку, так уж получилось раньше, чем он будет сотрудничать с Надеждой или Натальей, ничего страшного. Но и со всеми нами. На этом блоге будут постепенно делаться все, чтобы
Пока что тут комментариев нету, но будет раздел комментариев. Это вот на вопрос, запрос по скайп-чату. Скайп-чат, ребята, ну, я не люблю скайп. Если вам надо пообщаться, и именно в скайп-чате, ради бога, сделаю и его. Но здесь будет страница с вопросами, вашими комментариями. Ну, это типа в комментариях вы можете здесь общаться между собой и со мной. Все это у нас будет. Но поскольку мы пока еще не работаем, в принципе, вопросы в основном, какие будут, они связаны со мной. Пожалуйста, вот у меня есть всякие способы общения. Если кто-то хочет по скайпу поговорить, тоже не проблема. Просто надо договориться о времени. Потому что я, ну, не всегда дома, не весь день дома. И мы построим с вами успешную команду. Вот она выстраивается за 2 дня. Все участники с пониманием того, что мы пришли сюда торговать, а не так посмотреть, что к чему тут. Может, за счет других удастся выехать. Нет, уважаемый Schoolmaster. Да, Schoolmaster, да, правильно. Никто не за счет другого тут и не сможет заработать или добиться успеха. Мы будем добиваться успеха все вместе. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.